Сегодня 7 декабря, четверг. В понедельник мы запросили проектно-сметную документацию, список подрядных организаций, взаиморасчеты с этими организациями и сроки проведения экспертизы на вот это вот новое построенное здание со скалодромом и искусственной волной. На сегодняшний момент нам не предоставили никакие документы. В понедельник нам говорили, что предоставят их во вторник. Во вторник нам сказали, что предоставят их в среду. Сегодня уже четверг, но у нас нет никаких документов. На звонки руководство спортивного комплекса «Альбатрос» сбрасывает, поэтому пока что у нас никакой информации. Нам сказали, что все документы предоставят нам только 14 числа, хотя до этого в средствах массовой информации руководство спортивного комплекса «Альбатрос» говорило, что можно к ним приходить в любой момент. У них эти документы уже готовы. Но будем ждать, как только у нас появятся эти документы на руках, мы обязательно их разместим в средствах массовой информации.